Трагедия в Нигерии. В городе Уйя не менее 60 человек погибли из-за падения крыши церкви. Число жертв может вырасти до 200. Обрушение произошло во время церемонии рукоположения епископа, на которой собрались сотни людей. В их числе были представители местных властей. Возможной причиной случившегося могло стать то, что церковь была недостроена, так как спешили закончить работы до проведения церемонии. В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные операции.